это знаете. Более 4000 человек, представители Общероссийского народного фронта, федеральные и региональные эксперты, в том числе из Алтайского края, в эти минуты принимают участие в масштабном съезде ОНФ. Он проходит в столице страны. Участвует в нем и глава государства, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Формат встречи в этом году изменен. Нет официальных докладов. Организаторы назвали это мероприятие антиконференция. По итогам такого свободного общения с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам, будет сформирована дорожная карта народного контроля по каждому из направлений. Одна из основных задач встречи – определить, насколько продуктивно выполняются майские указы президента. Нам удалось связаться с Мариной Ермоленко, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Алтайском крае. Она сейчас тоже в Москве и поделилась своими ожиданиями от встречи. Для нас это вообще новый формат, и вот мы сейчас посмотрим, как это будет, и попробуем уже потом в регионе тоже по такому же формату работать. Главный у нас вопрос – это перевыборы центрального штаба и сопредседателей центрального штаба.